Вот Лена из Николаева спрашивает, каков механизм ускорения времени и частоты прохождения состояний у участника Конгресса? Это зависит от многих параметров, но самое главное – это от группы, от той десятки, в которой я нахожусь. Если она готова к тому, чтобы сделать прорыв, то она может это сделать независимо даже от других. Это очень важно – знать об этом и все-таки попытаться это реализовать.